Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Глупо, но я почему-то вспомнил. Не знаю, по какой причине. Бар «Новые коктейли». Значит, бармен говорит, я сегодня вам представлю потрясающий коктейль. Называется он «Кокосовый хуй». Человек говорит, коктейльный. Классный коктейль, но кокос совсем не чувствуется. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не други. На телевидении очень часто интересные вещи остаются за кадром. В гримерках, где порой часами приводят форматный вид гостей. В гостевых комнатах, где гости, звезды в ожидании эфира лакомятся деликатесами, лакают чай да кофе. В студии, пока выставляется свет, это иногда может быть 10 минут, иногда и час. Порой я не ленюсь и фиксирую какие-то вещи на свой iPhone. Ну и с вами поделюсь.